Франции и Испании арестовано 20 человек. На мясо продавали лошадей, на которых испытывали медикаменты. Был большой рейд. В нем приняло участие свыше сотни полицейских. Обыскивали офисы фармацевтической компании Sanofi, а также скотобойни и не только. Фармацевты проводят над лошадьми опыты, тестируют препараты. А от трупов избавлялись с выгодой для себя. По данным следствия, продавали скотобойням, подделав документы. В итоге такое мясо попадало на стол к потребителям. За 3 года таким образом сбыли около 200 лошадей. В основном ветеринарным колледжам, частным лицам и так называемым коневодческим центрам. Напомню, что конина в полуфабрикатах – это для Европы совсем не новость. Замену дорогой говядины на более дешевое мясо лошадей дельцы поставили на поток и выпускали такую продукцию миллионными партиями. Впереди прогноз погоды, новости экономики и спорта, а затем на канале.